Самооценка вообще, что это за зверь и с чем его едят? Это парадоксальная штука, потому что самооценка — это вы как бы сами себя оцениваете. Но так, если разобраться, мы себя как оцениваем? Ну так, если по-честному, и никто не видит. Ну, вот если вам дали бы журнал, вот, и вам нужно было бы поставить там оценку себе. Вы что, это, о, ну все, поставлю труп. Вы хотели бы пятерку там увидеть, правильно? Но вот вы себя потенциально оцениваете лучше, чем вы привыкли о себе думать. Почему это происходит? Потому что с самого раннего детства мы с вами уязвимые существа в мире взрослых, вот, которые нас ограничивают, которые нас как-то подавляют, и которые нас постоянно оценивают, потому что мы сдаем им экзамены вечно. Вот сделал — это хорошо, не сделал — ты плохой. Дальше это все выкатывается в подростковый возраст. В подростковом возрасте ровно та же ситуация. Мы еще как бы не зрелые, но внутренне-то по голове-то мы-то считаем, что мы уже просто все. Вот. И к нам серьезно не относятся, и мы все время чувствуем себя какими-то вторичными, проигравшими, какими-то недостойными там, и так далее. Вот. Плюс тут к нам требования увеличиваются, говорят, а ты должен то, ты должен все, а мы-то еще не умеем. Ну, как бы, построй отношения хорошие. Да откуда ты, если ты не знал никак, как это делать вообще? Видел только родителей своих, прости господи, думаешь, хоть только бы не это. Вот. Опыта нету, в профессии. Ну, даже ты что-то освоил, но ты дальше приходишь, это же потом надо как-то все приложить, ты не знаешь. И мы вечно были какие-то, мы вот живем проигравшими, понимаете? И из этого, ну, как бы формально вытекается наша самооценка. Но внутренне, вот внутренне, глубоко, если вы в себя посмотрите, или у вас тяжелая депрессия, и нужно принимать антидепрессанты, или, значит, вы внутри себя чувствуете, что вы не согласны с этой самооценкой. То есть она как бы объективна, то есть вы как бы к ней привыкли, то есть вы можете считать себя неудачниками, там то, все, пятое, десятое, что вы там недостаточно привлекательные, что там еще, что угодно вы можете думать. Но внутренне, разве вы право на счастье не имеете? Имеете. Вот я вам говорю прямо сейчас, имеете. И поэтому это право нужно в себе просто, как бы, вопреки этой самооценке вырастить и перестать оценивать. Вот, собственно говоря, этому я и собираюсь научить вас на трехнедельном марафоне моем, авторском. Буду вместе с вами там, так сказать, биться с вами за вас. Вот. И называется марафон «Я – ценность». Вот эту ценность мы с вами и обретем. Будем с ней. Да пребудет с нами сила.